починаємо наше засідання. І я пару слов первого. Я хочу поздравить всех выпускников Московского физико-технического института. Вот такой сын говорит, легендарный физтех. Потому что Владимир Владимирович сообщил сегодняшнюю новость, что Нобелевскую премию по физике 2010 года получили выпускники физтех, два человека, оба выпускники физтеха. Правда, они работают не в физтехе, не в Москве, не в России, а там кто-то в Голландии, кто-то в Великобритании. И получили они за графен. Но, тем не менее, по-моему, это впервые, что выпускники физтеха живые, 40-летние и Нобелевские лауреаты. Меньше, чем 40. Меньше. Второй лауреат 74-го года рождения. Так, ну, сказать, ура, физтех. 74. Второе. Те, кто вдруг свою одежду оставили внизу, я советую за ней сходить, укутаться, пока мы не замерзнем. Первый день как затопили, а стены толстые, и тепло станет дня через 2-3, пока сегодня я уже чувствую, что прохладно. Ну, пожалуй, с того, что я мог объявить все, а теперь я хочу представить нашего сегодняшнего докладчика, доктор Валькани. Сергей Маратович. Сергей Маратович, а можно мы доктору Валькани? Клаус, пожалуйста. Я представляю доктора Валькамера. Доктор Валькамер работает в Германии. Доктор Валькамер наш друг. Мы познакомились на специальной конференции. Some words about донести до аудитории на русском языке будут наши коллеги Сергей Каратаев и Владимир Аристов. Доктор Фолкен, мы рады благодарить за приглашение профессора Левича, благодаря которому мы сегодня можем поступить. And a few honors to have the opportunity to present him some kind of research. И благодарим за возможность, предоставленную для рассказа о того рода исследования, которое мы видим. The title of the research you'll find here, Experimental Detection and Characterization of a New Form of Science. Название доклада «Экспериментальное детектирование и исследование свойств формы тонкой материи с реальным содержанием массы». I have the feeling that this form of matter is known since a long time, also in Russia, but I have found a way for an experimental method which allows some characterization of this form. Я должен рассказать будет о экспериментальном методе, который позволяет поразить характеристику этих свойств. The basis of this contribution is a bench scale
the proof of existence of the so far scientifically, according to my knowledge, unknown form of subtle matter and its experimental characterization as well as its theoretical description. Основой этого доклада будет лабораторная лабораторные доказательства существования до сих пор неизвестной науки формы тонкой материи и ее экспериментальная характеризация, так же как и теоретическое описание. You cannot see them, you cannot touch them, it is not visible for all the five senses, and it shows a space-like and field-like structure. Тонкая материя невидима и демонстрирует пространственно-подобную и полеподобную структуру, дополнительную к точно-подобной и времени-подобной структуре нормальных элементарных частиц. Но, кроме того, еще демонстрирует доступное реальному макроскопическому взвешиванию содержания массы с хорошо определенным физическим взаимодействием. Normal matter, which we can touch, has a point-like structure and has a time-like structure. And this form, this subtle matter, is complementary to this form. Подчеркивается, что вот эта полеподобная структура является дополнительной, именно дополнительной к точно подобной структуре обычной материи. Запасать информацию и отдавать на уровень нормальной материи. Эта форма способна запасать информацию на своем уровне. Перевыражать, отдавать на уровень нормальной материи. This form of matter has a real mass content, which can be used for weighing experiments. Эта форма имеет настоящее реальное содержание массы, которое является предметом экспериментального исследования. So it has a mass content, and it has special interactions with normal matter. So you can detect this form of matter at a detector at a balance which absorbs the form of matter and charge changes its weight. This is your function. Тонкая материя имеет свойство поглощаться обычным веществом и вызывать изменение веса обычного вещества, которое можно измерять на высокоточных весах. This new form of matter shows a kind of bioactivity and the property to store information and to re-express this information again and again at the level of normal matter. Эта форма материи обладает биологической активностью, и вот еще раз подчеркивается о свойстве запасать информацию и отдавать на уровень нормальной материи. To get a proof of existence of this form of matter, you must use modern balances. Экспериментальное доказательство существования тонкой материи делается с помощью специальных детекторов и автоматически работающих высокоточных весов с воспроизводимостью показаний 1 микрограмм с непрерывной записью на компьютере показаний с длительностью от секунд до нескольких недель на двух типах аппаратуры, которые здесь показаны. This is a so-called two-pan balance. You have here one pan and here another pan. And the currency is plus minus one micro. Слева это обычные весы на одной чашке, которой подвешивается пробный груз, а на другой опорный груз, из которого не должен меняться. Here you have a balance, which also works with plus minus one microgram, but here you have
four positions, and this plate, this vein plate, can be moved up and down by a mechanical gear, and so every one of the four positions can be put in a sequence on this vein pin. Так, а справа показан компаратор, где имеются четыре чашки, могут установиться четыре взвешиваемые грузы, и автоматически вычисляется разность этих весов. In this case, you can get the vein readings electronically conducted to a computer and stored within a sequence of seconds, over days or weeks. Весов ведется дистанционная запись на компьютер с важностью секунд, который может продолжаться в течение нескольких дней или недель. Here a total vein cycle takes about 20 minutes, so that in 20 minutes all four materials which are put here are weighed on this vein pin for and the data also go to a computer and are stored. You can work this for weeks or days or months, as long as you want. Здесь измерение занимает дольше времени, 20 минут, но цикл измерений будет повторяться также в течение нескольких недель. Now let's take the first pin, the two pin balance, with a total load of 25 planet in each balance arm. 25. Let's take first this two-band balance and put here at every arm a sample. На каждое плечо весов подвешивается колба для колбы. You can use for as a sample, for example, a glass flask, glass gas tight. Значит, стеклянные колбы герметически закрытые, непроницаемые для газа. And here you also can use some problems. Here you can use a similar sample, also close gas type, and then you get an initial mass difference because the mass never is identical to one microgram. You get an initial mass difference, and if you subtract this initial mass difference from all the following mass differences, you should get a zero baseline. Значит, итак, две колбы. Левая из них – это просто опорная колба, там находится некоторое количество воды. Правая колба изнутри посеребрена, свежее посеребрение, просто свежая граница раздела. И ведутся непрерывные измерения веса. Вот на этом рисунке показана внизу базовая линия, показывающая, что левый груз имеет всегда один и тот же вес, а правый относительно него меняется. Вот так вот здесь показано. And the result of such a baseline test is indicated here. Ну, базовая линия, видите, что она независимо от времени проходит горизонтально, значит, весы не обладают дрейфом и измерения надежны. You see, this is one day, so if one day, two days, three days, four days, five days, and you could continue. Там показан масштаб, вот один день отрезочек, значит, вот сколько дней проводились эти измерения. But if you now make this test flask internally silver plated by the chemical separation of silver out of two water solutions, then you get something different. Вот правая – это тестовая колба, которая посеребрена изнутри химическим способом. И она является тестовой, и она меняет вес after several hours of После опыт начинается спустя несколько часов после нанесения этого серебряного покрытия, когда установится равновесие. Так что тут могут играть даже такую роль такие тонкие силы, как Архимедовые силы, за счет того, что будет другая температура. Вот после равновесия начинается опыт. The mass of this test flask systematically increases.
it continues here, this is cut down and put back here, then it continues to cut down and put here and so on. So you get an increase of mass up to 1,000 microgram. You see, this is the first problem from 14th of December to 12th of December, it goes here. Then I have left something, and then from 1st of January to 6th of January it goes here. Then again I have cut out something, and then from 10th of January to 16th of January it goes here. From 16th to 21st January it goes here. So it continues to increase exponentially. Эти три линии, они являются продолжением друг друга. Начальная является нижняя линия, где наблюдалось возрастание веса, потом она постепенно замедляется, и вот средняя линия и верхняя экспериментальная линия, это через какое-то время продолжение тех же самых замерений, то есть возрастание, тренд прекратился, и на этом фоне возникают какие-то события изменения веса. You see why the baseline is quite smooth. This line is no longer smooth. You get here ups and downs and ups and downs. You get peaks here, you get peaks here, you get steps here and steps here. Кроме плавных изменений имеются резкие и шаговые изменения, дискретные. То есть внезапно меняется вес на какую-то шаговую величину. And especially this peak, which is marked by X, could significantly be correlated to a special moon position. This peak here could correlate it significantly to a special position of the moon. Вот этот пик, который обозначен Y и X, коррелирует с определенным положением Луны. This indicates from this experiment that you have cosmic influences. There must be a kind of cosmic background radiation of this form of what is detected here. То есть из этого опыта был сделан первый вывод о возможном космическом влиянии или некого такого фонового излучения, ну, особого на эти опыты. And the fluctuations of the intensity of this background radiation seems to make this fluctuation line here, ups and downs, ups and downs. This seems to be cosmic influences. То есть вот эти флуктуации интерпретируются как космические флуктуации. Now we make another experiment. We take this balance, the second one, and we put here a test flask, which has a little bit of in this case we make first a baseline experiment, so we have two flasks with identical content and no silver plating at all, and we take the initial difference, subtract it from the rest differences, and you again get a perfect baseline over days. Это опыт с компаратором, когда мы ставим для сравнения обычные не детекторы, а просто в колбу, заполненной водой, то базовая линия является гладкой, и никаких изменений. Весы работают стабильно. I have made very many baseline experiments, and I have chosen this one to show you that an external thunderstorm with a pressure top down from more than 1,000 millibar to below to 996 outside thunderstorm with heavy wind and heavy rain К этим опытам относились очень тщательно, могут ли влиять какие-то погодные условия на проведение опыта. И здесь показано, что даже сильные изменения давления, вот справа показана шкала давлений и барограмма, показания барометра, которые соответствовали сильной грозе. Но даже такое резкое изменение давления никак не сказалось на базовой линии, весы работают надежно, не чувствуют этого. This shows that the experimental results are completely independent on external atmospheric conditions. То есть показания весов полностью независимы от внешних атмосферных условий. Now, if you again take a silver-plated flask,
comparison to a flask which just contains a little bit of inert material, you get the same thing. First you get a very long baseline over 4 days, but then the silver-plated flask again starts to increase in mass. Теперь с тем же прибором на одну из чашек компаратора ставится посеребрённая колба. И видно, что спустя 4 дня после начала опыта стало наблюдаться значительное изменение её веса. That first you get a negative deviation from the baseline, and following you get a positive one. Вот такая картина повторялась многократно. То есть поначалу небольшое уменьшение веса, после чего что возрастает. And you can also see that you find steps, chunks of change, positive chunks and negative chunks. И характерной чертой является появление вот таких скачкообразных изменений с положительным резким возрастанием веса и отрицательным изменением. Вот эти то, что видно в начале, тоже является очень характерными пиками резкими. Here is another test where these chumps appeared again and again. We have here negative chump. This was a time to go to the isothermal conditions. It takes a few hours, but then you are on a stationary isothermal platform. То есть вот самая начальная ветвь, первые три точки, это период установления термического равновесия, когда еще могли воздействовать помеха со стороны Архимедовой силы. Дальше помеха уже не действует, показания ровные, но на их фоне наблюдаются какие-то скачки. You get a whole sequence of such negative peaks, ups and down, and then you can make a mathematical evaluation between this plateau and this plateau. Значит, обратите внимание, что наблюдаются отрицательные и положительные изменения веса на одну и ту же величину. Наблюдается плато и серия перебросов, причем на одну и ту же величину, вверх и вниз. And the evaluation of this plateau differences leads to the Planck mass. Вот как раз эта величина очень хорошо соответствует планковской массе дискутируемого майкрон. Yes, 21.7 micrometers. То есть практически с экспериментальной точностью наблюдается изменение веса, соответствующей планковской массе. Usually in science, people think that the Planck mass is confined within a sphere with a diameter of the Planck length. Обычно считается, что планковская масса заключена в маленьком объеме с размером порядка планковской длины. If you make a calculation and put the Planck mass within a sphere of Planck length, you get a black hole. То есть это будет не что иное, как так сказать, черная дыра маленькая. Так планковская масса обычно называется. Such black holes are called primordial black holes. And there are many theories in cosmology that at the Big Bang, a whole bundle of primordial black holes with the size of the Planck mass have been generated. Многие космологи думают, что при большом взрыве было генерировано большое число маленьких черных дыр планковской массы, которые предшествуют. Such primordial black holes should explode within Planck time. Но они долго не живут, они должны, так сказать, взрываться, говорит, за планковское время. And the explosion should be due to Hawking radiation of black holes. The explosion should be Hawking. Да. То есть это испарение за счет излучения Хокинга. But in my experiment, no explosion has happened at all. В этом эксперименте никаких взрывов, излучений не было. This indicates that the assumption that the Planck mass is squeezed
in the confinement of a sphere with of this Planck diameter is wrong. То есть, по-видимому, это предположение, что там планковская масса обязательно должна быть заключена в такую маленькую сферу, неверно. And additional experiments show that this Planck mass is not squeezed within a sphere, but has a large spatial extension and is pulsating. Дополнительные эксперименты показывают, что протяженность этого объекта, который вызывает изменение массы, гораздо больше, чем планский масштаб, макроскопический масштаб. Такая система планская не может быть стабильна. And what comes out is a quantization of this new form of matter at the Planck scale, this Planck mass quantization. You get lumps, such as we have atoms, as quantized particles, elementary particles or electrons, you have a quantized form of subtle. То есть здесь по аналогии с дискретизацией обычной материи, здесь имеется в виду, что предполагается существование некого кванта тонкой материи, но он имеет совсем другие размеры. And this quanta of this new form of matter can have a negative sign, so you get negative deviations from the baseline. Отрицательные изменения ассоциируются с отрицательным знаком радиации, с отрицательной массой. You get anti-gravitational effects. То есть некий тип антигравитационного эффекта. All these quanta can have positive mass, positive chain masses. И в то же время наблюдается положительное изменение масс. Then the system gets heavier. Да, то есть возрастание массы, когда система становится тяжелее, чем значительно. These quanta can also associate. That then from here to here, you have, let me say, 20 quanta associated in one step. То есть вот такое большое изменение ассоциируется с целым числом планковских масс. So we have detected now quanta. We have found something a little about the structures. They are not point-like. They are field-like. And these quanta can associate to form associations. То есть мы делаем вывод о том, что существует квант такой полеподобной материи, и эти кванты могут ассоциироваться, в общем, в ассоциации, которые обладают в целое число раз большей массы. And the detector can absorb such quanta and can emit such quanta. You have here baseline, you have here baseline, and between you have absorption and emission processes. То есть детектор может как поглощать такие кванты, так и излучать их, отдавать. You can do such experiments also with sprouting seeds. Здесь речь пойдет о другом эксперименте других авторов, так по измерению веса прорастающих зелень. These experiments has been done by Haruchka in the 30s of the last century. Это эксперименты Хаучки, проводимые с 34 по 40 год. So Haruchka put a little bit of water in a glass bulb and put some 10 to 20 grass seeds inside and then he closed the bulb gas tight. Он помещал в стеклянный сосуд некоторое количество зелени. И герметически все это закрывал и наблюдал за изменением веса. And he did this experiment over years, a little bit before full moon, and then a little bit before new moon. Значит, данные наблюдали длились порядка года, и вот они сгруппированы, эти изменения веса по отрезка времени вблизи полной луны и вблизи новой луны. Ну, вот видно, белый кружок – это полнолуние, черный кружок – новолуние. И изменение веса, как видите, имеет разный знак вблизи этих фаз.
In every time, if a sprouting seed starts to become to life, you get a mass deviation, either positive or negative. То есть изменение может быть и положительным, и отрицательным, словно бы. If the seeds started to die in the system because of lack of oxygen, again the system reduced its weight to the baseline, almost in all cases. Так, значит, когда не хватает кислорода и эти зерна вымирают, то изменение веса стремится к нулю. Вот заметьте, что в конце каждая кривая стремится к нулю, изменение веса прекращается, когда умирает зерно. The positive deviations are correlated to moon position, to the full moon, and the negative deviations are again correlated to a position of the moon, in this case we have new moon. Полная луна коррелирует с положительным изменением веса, новая луна с отрицательным изменением. Again, you have astrophysical influences. То есть опять астрофизическое влияние. And you see, if you had done the experiment only in this month, you would have found nothing. Только один месяц не показал никаких изменений. That means such effects are in principle time dependent. То есть это показывает, что сам эффект, в принципе, нестабильный, временезависимый. The common basis of all these experiments so far, which I described, are that if new phase borders are generated, you get such effects. The point is, you have to generate new phase borders. By silverblading, you get a phase border. Mm-hmm. And by sprouting seeds, every cell membrane is also a phase border. Что общего между этими экспериментами? В эксперименты с серебряными колбами, детектирующие, была фазовая граница, вновь образованная фазовая граница. В эксперименте с прорастанием зерен такими элементами являясь новыми фазовыми границами, являясь вновь образованные молодые клеточные мембраны. It turned out that you can generate phase borders by chemical reactions, purely physically or by biological systems. Independent on what you use, physical systems, chemical systems or biological systems, you get these mass deviations. То есть неважно, каким образом образовалась фазовая граница, физическим, химическим или биологическим путем, наблюдаются изменения массы одного и того же рода. And you can combine such phase borders. You can put a biological system into a physical system, which you also have created, free of any mechanical contact. And then you can see that in the physical system, where you have put in the biological system is influenced from the outer phase border and shows increased effects. Комбинация этих эффектов, когда вы поместите биологическую силу в физическую, может привести к увеличению эффекта. This shows that you have really a field structure. There are communications over centimeters of this kind of field, which is absorbed in the systems. Again, this shows this experiment is very important. These experiments show that you have field influences over 10 or 15 centimeters by superposition of two fields, from an external physical field absorber and an internal biological field absorber at a distance to 10 to 15 centimeters. Именно такие эксперименты показывают вот характерный пространственный масштаб порядка сантиметров и дециметров. 10 to 15 сантиметров. This confirms our conclusion from the primordial black holes that this mass, if it is absorbed, builds up fields and is not squeezed into a point-like structures. То есть вот эти кванты не сжаты в какие-то точки, а представляют такие протяженные объекты. And this form of matter has various physical interactions with normal matter. This form of subtle matter has very well-defined physical interactions with normal matter.
То есть вот эта форма тонкой материи имеет хорошо определенное взаимодействие с обычной материей, благодаря чему можно детектировать. The absorption at the detector takes place by a form-specific interaction. If you change the form, the rate of absorption changes. Значит, почему это взаимодействие чувствительно к, вот, на фазовой границе? Оно чувствительно к форме. Если изменить эту форму, то и изменится само взаимодействие. Such a form-specific interaction is not known in physics for electromagnetic fields. Такая чувствительная к форме взаимодействия неизвестна для обычной теории взаимодействия. And due to the real mass content of this new form of matter, it has a gravitational interaction. То есть поглощаясь обычной материей, эта материя позволяет детектировать, притягивается к Земле и, соответственно, позволяет позволяет себя детектировать. Due to the gravitational interaction of this form of matter, all celestial bodies carry such fields. Благодаря гравитационному воздействию все небесные тела несут такие поля тонкой материи. Also the sun has such a field, and the earth has such a field, or the moon has such a field. То есть солнце, луна, земля имеют такое поле. Additional experiments have shown that if a detector which has absorbed this subtle matter is exposed to mechanical shock vibrations, this stimulates the spontaneous emission of this form of matter. Дополнительные эксперименты показывают, что если вещество с поглощенной тонкой материей значит, подвергнут вибрации, то это стимулирует эмиссию тонкой материи, и вещество облегчается. And because we know that the sun has very extensive, intensive internal vibrations due to turbulent heat transport, the sun, from the gravitational point of view, absorbs this form of matter, and due to the internal vibration, emits again the stream of this vibration. Хотя солнце благодаря своей сильной гравитации притягивает эту форму тонкой материи, но благодаря очень сильной внутренней, ну скажем так, вибрации у внутренних процессов, это способствует эмиссии тонкой материи от Солнца наружу. So we can expect that in an eclipse experiment, that the moon is perfectly in front of the sun regarding with respect to an observer on Earth, something should happen here. То есть можно ожидать, что Луна будет воздействовать на этот поток, поток тонкой материи, идущего от Солнца. The quanta, which are emitted from the sun, which are positive sign, and these are the lines here, they should be in a gravitational way called focused. The moon should work as a focusing lens, so it's as a gravitational lens, focusing the positive quanta То есть можно ожидать, что Луна благодаря своему гравитационному притяжению будет фокусировать, работать как линза, и фокусировать этот поток в сторону Земли. The quanta is negative sign, which are the dotted lines here, on the other hand, scattered away from this point outside. So to see they come here and they are scattered away due to the negative sign and the gravitational force here. They are scattered outside. Но поскольку там есть только материя обоих знаков, то положительное фокусируется на Земле, а отрицательное, наоборот, расфокусируется, и происходит сепарирование обоих видов материи. So if you take now the two-pan balance and you have a silver tested silver flask on one side and you run into a sun eclipse, you could see the following. Здесь показаны результаты двух экспериментов.
Один из них – это с посеребрёнными колбами, эксперимент с Лондоном, а другой, который он ссылается, это эксперимент с изменениями плоскости качания маятника во время солнечного затмения. Солнечного затмения. First, outside of the sun eclipse, you have a baseline, so values are scattering around the silver line. Значит, вот горизонтальная линия показана, это базовая линия и уровень, скажем так, ошибок, уровень, доверительный интервал. То, что если ничего не происходит, то значимо, то вот в пределах верхней и нижней горизонтальной линии все должно остаться. Это, так сказать, если ошибки измерения не существуют. And also, a day after the sun eclipse, the values again scatter around the baseline. Describe the process of eclipse. Outside of the sun eclipse, prior to and after the sun eclipse, the values are scattering around the baseline. Значит, здесь показано солнечное затмение, которое вот занимает вот между теми точками, которые он показал, это время солнечного затмения. This line, solid line is phase change. Here and here we have normal behavior, just baseline. Значит, в течение вот этих полутора часов с чем-то длится солнечное затмение. But when the sun eclipse starts to occur, and this is a calculated line where the sun is covered as a moon, systematically from zero to maximum, again back to zero, then the mass of the silver plate test plate starts systematically to increase. Значит, вот эта линия – это фаза солнечного затмения, как затмевалось Солнце. А точка, это показано, экспериментальная кривая изменения веса. Вот она, особенно в начальной фазе, она идет почти в полном согласии с изменением фазы. I had expected that the values go down immediately at the end of the sun eclipse, they should again be here at the baseline, but this did not happen. Мы ожидали, что экспериментальная кривая должна идти сразу вниз по мере уменьшения фазы и снова выйти на базовый уровень. Но этого не произошло, что стало происходить дальше. It took more than half a year until I had the idea to phone to Max Planck Institute in Germany and ask whether someone could calculate the covering of far distant stars by the moon during the sun eclipse. Это обдумывание этого вопроса заняло около двух лет, почему так происходит. И вот в институте Макса Планка пришла такая идея, что это связано с фокусированием потоков от Луной от дальних звезд. Today you can buy a disk where you have 500,000 stars from our galaxy on one disk and can do such calculations yourself. Today you can buy a disk CD where you have 500,000 stars of our galaxy on the disk and you can calculate such eclipses by the moon yourself. Ну, сегодня есть возможность просто сосчитать, рассчитать явление затмения от тысяч звезд и галактик Луны. But in 1996 this was not the case. In 1996 only two specialists in the world could do such calculations. Но в этом году, который там написан, были только два специалиста, которые способны были просить перечисления. So I got from a specialist that this was a point where a star was eclipsed by the moon, and this was a time, and this was a time, and this were times, and this were times. All vertical lines indicated when a far distant star was covered by the moon.
Вот здесь этими линиями показаны затмения различных звезд Луной. And then I put some Gaussian curves around these standard lines, adjusted the intensity and the width, and accumulated all these lines, and got this perfect sunlight. Здесь показано решение обратной задачи, нахождение вот этих источников, кривых создаваемых источников, которые удовлетворяют экспериментальные кривые. И оказалось, что вот эти положения звезд, если их огибает вот такая гауссовая кривая, они вместе объясняют наблюдаемую кривую. That means not our sun is covered, so to say, during the eclipse by the moon, but light years distant stars are also covered, and they also emit this form of radiation, this focus of my instrument. То есть дальние звезды должны обладать тоже таким излучением, которое фокусируется Луна. In this case, the total covering of the moon was only about 50% in this experiment. In this experiment, which was a few years later, the covering was about 99.9%. 50% and here? About 50% and here it was almost 100%. Значит, само по себе затмение объясняет по левому рисунку только 50% наблюдаемого эффекта. А вот это похожая картинка только с изменением плоскости колебаний маятника, где еще how much percent for the right picture? Here was almost 100% and here was 50%. Здесь тоже только часть явления объясняется солнечным затмением. Вот здесь вот эта фазовая кривая, вот такая половинка синусоиды, и наблюдаемый эффект. По вертикальной шкале там просто градусы показаны, как плоскость колебаний маятника была ориентирована. Это Значит, как объяснить такое сильное влияние звезд? Предполагается, что это не просто радиация задухающая, имитирующая со стороны и задухающая по закону обратных квадратов, а взаимодействие как бы вытянуто в линию, соединяющее небесные тела. На левом графике что по ординате отложено? Спросите. На левом вес, изменение веса. Изменение веса. А на правом это градусы маятника, поворотовый маятник. By superposition of Gaussian curves added to these covering lines of background stars. Значит, вот все то, что внизу показано, это моделирование, критическое моделирование влияния вот в предположении такого линейного распространения по ниточке, влияния затмеваемых звезд. What you have here is a violation of the conservation of momentum. То, что мы наблюдаем, это нарушение сохранения импульса. Импульса, момента в этой импульсе. That means if you do not know that such a radiation exists, this change of movement at the balance comes from nothing. You have a violation of the constancy of the mass of the conservation of momentum. If you know that such a radiation exists, then you can explain this by a real exchange of momentum from the radiation to the glass box. То есть, если мы ничего не знаем вот этой тонкой материи, мы можем интерпретировать такой опыт только как нарушение сохранения импульса, то есть нарушение однородности пространства,
Но если мы знаем, что тут лежит в основе, то можем интерпретировать как обмен массами, и импульс сохраняется. In this experiment here, you have a violation of the mass conservation. If you do not know that this form of matter exists, you have mass changes which you cannot explain. You have a violation of mass conservation. То есть все эти опыты, альтернативное объяснение только одно – это нарушение закона сохранения масс. There is another interesting experiment. Professor Allais, a Nobel Prize winner from Paris, he won the Nobel Prize not for physics but for economics, but he was a very passionate physicist also. He measured the angle of a Foucault pendulum during a sun eclipse. This was a sun eclipse. Это измерение, эксперимент 1954 года, проведенным профессором Алиасом, лауреатом Нобелевской премии не по физике, а по экономике, но который, тем не менее, в профессии является очень таким изощренным физиком-экспериментатором. Изменение плоскости качания маятников Фуко в Париже. With regard to an observer on Earth, should change in time. То есть он медленно меняется во времени. And he found a good agreement before the prior to the sun eclipse and after the sun eclipse. И когда произошло затмение, произошло внезапное изменение, причем даже до начала момента затмения. But during the sun eclipse, the angle of the movement of the Foucault pendulum made a jump and came down after the sun eclipse to the theoretically predicted value. В начале затмения резко изменился, дошел до максимума, а потом вернулся к своему обычному тренду. And you see again here some kind of fingerprints in the measured curve. These dotted lines are very Ну и сама кривая имеет такую характерную изрезанное поведение. Тут вполне надежный эпитет, не случайный образ. Это вес координат. Нет, это маятник. Нет, по ординате что отложено? Угол. Плоскость маятников. Again, I took the background stars and their positions. And took some Gaussian curves and could fit a summary line which perfectly fitted this fingerprint here on the measured line. Снова были рассчитаны эффект от затмеваемых Луной звезд, вот эти вот линии, они в точности стали соответствовать моменту вот этих зубцов на экспериментальной кривой. This theoretical possibility to describe this fingerprint indicated that it was again connected to this kind of radiation from far distant stars. From far distant stars. Да, то есть это подтверждает то, что имеется излучение тонкой материи от далеких звезд. In this case, we have a violation of the conservation of the angular momentum. То есть вот такого рода опыт говорит о просто без всякого объяснения можно как, интерпретировать как нарушение сохранения момента импульса, то есть нарушение изотропии пространства. So this kind of matter has strange properties. This kind of matter has strange properties. Этот, да, этот род, новый род материи имеет странные свойства. Without knowing that such a form of matter exists, you find violation of the conservation of mass, violation of the conservation of momentum, and violation of the conservation of angular momentum. То есть мы наблюдаем, уже констатировать, что мы имеем дело с нарушением сохранения массы, импульса и момента импульса. And results of experiments can be dependent on the position of the moon and other planetary planets in the solar system. И результаты эксперимента зависят от положения
Луны, звезд и планет системы. And the results of experiments can become time-dependent and even space-dependent. Where you are doing the thing and at what time, you can get different results. Значит, результаты эксперимента меняются как во времени, так и в пространстве. Now you can do more. You can make during a sun eclipse also other experiments. You know that... Okay, please, constraint. Ну, если такое имеет место, то стоит поискать, что происходит во время затмений в других видах экспериментов. For example, you can take a filter paper and make a roll out of a filter paper and put this roll vertically into a glass plate with some water and some ions, which are dissolved in the water. Значит, например, можно пустить свернутую пластинку в некоторый водный раствор. Usually, under such an experiment, you get a rise of the water phase in the, due to capillary forces in the paper, and also the ions start to rise in the paper, and afterwards, if the front of the water has risen by 10 or 15 centimeters, you can see such strange patterns. И обычно, вот как показано это в рисунке, то в капиллярах наблюдается такой рост металлических ионов. Вот в данном случае это использовался раствор коллоидного золота. И вот в капиллярах наблюдается вот такой рост ионов. These experiments have been done by Mrs. Colisco in 27 of the last century. Значит, этот эксперимент Колешко и Заном были сделаны в 29 году, в 27 году. Prior to the sun eclipse and after the sun eclipse, you find similar patterns. То есть до затмения и после затмения трудно заметить какую-нибудь разницу между ростом капилляров. But if you do such an experiment during a visible sun eclipse, no metal ions start to rise in the capillary system. Значит, а во время затмения в капиллярах никакого роста ионов не происходит. Просто и кристаллов не происходит. Среди рисунка. The physicochemical forces in a purely physical system are reduced in their effect, are no longer valid. То есть чисто физико-химическая система уменьшила, так сказать, свою работу, свой эффект под действием внешних причин, на которые никаких факторов влияния найти нельзя. You can do also an experiment with biological systems. You can put seeds only during the sun eclipse. Within a few minutes, you have three to five minutes. You put seeds in soil and put water on it and look how this sprout after the sun eclipse. Мы можем подобный эксперимент провести с биологической системой, то есть взять зерна, намочить их, 5 минут и наблюдать за их ростом. Без затмения и во время затмения. Such experiments have been done by Maria Thun, another lady, for 50 years. Этот эксперимент повторялся Марией Зун в течение 50 лет. She is still living. Она до сих пор здравствует. Past 50 years, again and again, the same experiment, putting seeds during a sun eclipse into the soil and putting water on it. И она до сих пор продолжает эти эксперименты по растению зерен в течение каждого случая затмения между ними. And in all these 50 years, she found that the sprouting seeds died after 2 weeks. Ее результат такой, 50-летних наблюдений, что если начать опыт во время солнечного затмения, то эти зерна умрут в течение 2 недель. Не будет. This indicates that
this form of matter which we have detected here, is a positive sign, that this form of matter is a positive sign, has an entropic effect. Значит, тот сорт материи, который имеет положительный знак, обладает энтропийным действием. That means living systems fall sick or even die if they are exposed to high intensity of this form of matter is a positive sign. То есть он подавляет жизненные процессы и как раз концентрируется на Земле во время затмений. Also purely physicochemical processes stop to function. И даже чисто физико-химические процессы перестают работать, вот как с кристаллизацией. On the other hand, you can make another experiment. You can put seeds from a special plant to a temperature of 110 degrees for 2 minutes. You can take special seeds of a plant to a temperature of 110 degrees for 2 minutes. Ну, можно провести другой эксперимент с семенами, подвергая их предварительному двухминутному высокотемпературному воздействию, термической обработке. Due to this thermal treatments, the seeds normally are killed. Да, обычно зерна после такого нагревания умирают. And in winter times, their sprouting rate goes down to 0%. No seeds sprout. Значит, здесь показан опыт about. То есть это месяц по горизонтали, это месяцы года, а по вертикали это процент изменения выживания Земли. But due to gravitational effects, the intensity of the radiation from the sun of this subtle matter radiation is a negative sign, has in summer a high intensity and in winter a very low intensity. Значит, интенсивность солнечной отрицательной этой радиации, она выше летом и, ну, как обычно, в зимние месяцы ниже. And it seems that due to the high concentration of this radiation, solar radiation is negative sign, the damaged seeds sprout in summer to the same percentage as untreated seeds. То есть обычные зерна, вот их рост подавлен в летние месяцы с радиацией много. Это обычная верхняя кривая, это обычные необработанные семена. And there are similar effects with other biological systems. А это эффект, то, что наблюдается с предварительно обработанными зернами. Все наоборот. Therefore, I call the action of this negative radiation from the sun negentropical, opposite to entropical. То есть у солнечной радиации с отрицательной массой наоборот наблюдается негентропийное действие. This high intensities of this negentropical form of subtle matter can repair biological systems which are damaged. So sick people can become healthy by high intensities of this negentropical radiation. То есть негативный энтропийный эффект, он способствует жизненным процессам, способствует выживанию. And this comes to a very interesting conclusion. The field quanta with positive sign exists with entropic action. Полевые кванты с положительным знаком. Полевые кванты с положительным знаком, которые обладают энтропийным действием. The intensity of such quanta destroys all the system.
existence of non-matter or prevent the formation of patterning systems out of chaotic systems. Такі кванти розрушають упорядочені системи нормальної матерії или препятствують формуванню упорядочених систем. This seems to be the basis of the second law of thermodynamics, the law of entropy. Entropy is spontaneously must increase to show. Это является базисом второго начала термодинамики, закона энтропии. More information about this of this kind of matter indicates that this form of subtle matter, this positive sign, is identical with dark matter in the universe. Можно поставить соответствие вот эту форму тонкой материи с положительным знаком с темной материей. And we know from cosmological considerations for astrophysics that dark matter has about a content in the universe attaching to all matter forms of 23%. В той самой темной материи, которая, в которой содержится 23% массы Вселенной. A field quantum on the opposite is negative sign exists, but they have negative actions. Существуют полевые кванты с отрицательным знаком, с негантропийным действием. Such quanta generate orderly systems of non-matter and induce their further evolution. Такие кванты генерируют упорядоченные системы нормальной материи и индуцируют их дальнейшую эволюцию. Please allow me to say that Darwinism seems to be the simplest, but maybe not the most complete explanation of the mechanism of evolution. Дарвинизм представляется простейшим, но, возможно, не самым полным объяснением механизма эволюции. If you do not know about the existence of these forms of matter and science does not know this, then you must stick to Darwin because you have no other explanation. Потому что есть моменты эволюции, которые не имеют объяснения. А здесь все естественно получается. But with the knowledge of the existence of this form of matter, you can understand that there is a kind of order-creating background in the universe, because this form of negative matter seems to be identical with dark energy in the universe, and this has a content in the universe of about 73% of matter. Многие, в общем, рассмотрение, более подробное рассмотрение свойства отрицательной материи говорит о том, что ее можно идентифицировать как темную энергию, в которой содержится 73% Вселенной, которая несет такое с собой организующее начало. On the basis of this discovery, I formulated a fourth law of thermodynamics, the law of negentropy or syntropy. Негантропийные действия ведут к формулировке четвертого закона термодинамики, закона негантропии, то есть синэнтропии. And we know that both forms of quanta exhibit bioactive. И оба свойства демонстрируют биоактивные свойства. These are only a few properties of these forms of matter, but we can continue now with consequences. И теперь поговорим о последствиях, логических следствиях. I do not know whether you are interested in my theoretical approach. Maybe we should skip this. If in the discussion someone is interested, I could give some more details. Or I would just go to the next page to come more to the experimental part of the story. То, что я сейчас буду говорить, является, возможно, вызвать некоторый скептицизм, но это является естественным таким, моим теоретическим обобщением того экспериментального байса, о котором я рассказывал. But at least let me say that from the view of modern physics, which is sketched here on the left side, we have to introduce some kind of modifications. Общий взгляд на мир представлен вот, принятый в современной физике
изображен вот в левой колонке. In modern physics we have vacuum ground state from which the universe emerges in the Big Bang. В обычной картине мы имеем основное вакуумное состояние, из которого началась вся Вселенная, появляются с произрастанием энергии все четыре вида взаимодействия и возникает виртуальный вакуум. What comes out are a lot of virtual vacuum states and surround where we are living the four-dimensional world with elementary particles which are connected to these virtual vacuum states by sitter wavelength. И через нулевые колебания вакуума генерируется то, что мы называем нашим реальным миром уровень обычной материи. And on this level again we can have a unification of the four forces which have emerged here in black holes, and we know that in the center of galaxies we have black holes and we have a unification again back to the in significant way back like we have it here as a pyramid. И на более высоком уровне снова происходит унификация всех видов взаимодействия в черных дырах, в центре галактик, все сворачивается, все объединяется, так сказать, снова, все взаимодействия. But in this picture here on the left side, there is no place for something like that. На этой обычной картинке просто нет места для такой материи. Therefore, allow me to put subtle matter between these two states and to use subtle matter as a formulation of the basis of our universe, which is again emerging from the vacuum ground state, etc. Значит, предполагается, что есть еще один уровень, выше вакуума имеется уровень тонкой материи, вот где она разделяется на два своих вида, и затем в результате чего-то подобного нулевым колебанием возникает наш реальный мир. Let me just mention, without going into any theoretical detail, that every elementary particle at this level, which we can touch, has a background structure in higher dimensions. Значит, предполагается, что те частицы нейтрино, с которыми мы имеем дело, имеют такую подстилающую структуру, фоновую структуру, подстилающую структуру, бэкграундную структуру, более высокой размерности. In this picture, every elementary particle is a higher dimensional entity. То есть на этом рисунке показано место для вот этих высокоразмерных сущностей. What is an electron here is pulsating out of a subtle matter background structure in this form of cylinder vacuum. What we call as an electron on this subtle is pulsating out from a background structure of subtle matter. Ну что-то соответствует электрону на уровне вот этом более нижнем. Подсилающем уровне тонкой материи. But the quanta, which forms this background structure, again are pulsating. Но эти кванты опять возникают в результате подъема с более низкого уровня. This pulsation leads to the quantum wave of a particle. This pulsation here leads to the well-known quantum wave of a particle. Значит, этот уровень может сохранять частицы. This pulsation leads quantitatively, mathematically to the Le Broglie wave of a particle. Значит, верхняя волна, вот этот верхний переход соответствует комптонской волне, это Дюровской волне. And with this two-stage model of a particle, you can explain all quantum paradoxa which exist today. Вот эти два уровня могут объяснить все имеющиеся сейчас квантовые парадоксы. The reason is that in the analysis, theoretical analysis, which I have done here, Einstein is always fulfilled. That means you have always fulfillment of the two relativity theories. Значит, вот это
пространство-подобная материя позволяет построение геометрического релятивистского эфира, который искал еще Эйнштейн. И который, в результате чего автоматически возникают частицы, обычные частицы, которые просто обязаны следовать из специальной теории относительности и общей теории относительности квантовой механики. But at this level, Einstein is not complete, and you have to introduce supernormal behavior. Вот на этом уровне, который Эйнштейн не вводил, появляется сверхсветовое поведение. Okay. I just wanted to mention this. Now we can find effects of this subtle matter on a submicroscopic level, on a microscopic level of the elementary particles, on a macroscopic level, on a global level, on a solar level, on a cosmic level, and at a cosmic cosmological level. Эффекты тонкой материи могут быть найдены на различном уровне. На субмикроскопическом уровне – это слово пространство-время. На микроскопическом уровне – это реальные орбитали тонкой материи. На макроскопическом уровне – это полевые тела тонкой материи. На глобальном уровне – это микроскопические поля. На солнечном уровне только материальные орбитали звезд и планет, на космическом уровне это планетарные туманности, орбитали галактик, и на космологическом уровне реликтовая радиация тонкой материи. Сейчас скажем о субмикроскопическом уровне, сам глубину. I also will not deal with the microscopic level of elementary particles. I only want to mention that I can predict the rest masses of elementary particles over 6 to 7 decades perfectly corresponding to the experimental findings. Значит, на левом рисунке здесь представлены структуры в 12-мерном всего 12 измерений, так бы мы сейчас немножко своими словами это перескажем, всего 12 измерений, 8 из них, только 4 это уровень обычных частиц, и частицы это верхушки айсберга вот этого 12-мерного пространства. А слева это структуры, образуемые 8-мерным пространстве. Значит, они образуются по определенным правилам. Вот, например, это структура, соответствующая протону. И если там содержится хотя бы один вихрь, жирная линия выделена, то суммируются все связи, и существует простое правило, которое позволяет вычислять, с помощью куба вот этих числа связи вычисляются массы. Начинается с массы электрона, дальше вычисляются все массы. С достаточно высокой точностью, и там, где масс нет, значит, таких структур просто создать нельзя. Вот, то есть пропуск square is absence of yes. particles. And the positions where no background structure geometrically can be constructed, no particles exist. То есть вот этот пропуск в спектре масс как раз соответствует отсутствию возможных геометрических структур подстилающих. Вот там, где невозможно, там все реальные частицы получаются. And the structure of this particle from the model automatically leads to the Lorentz transformations of special theory of relativity of the particles. Это автоматически ведет к также к преобразованию специальной теории относительности. And because I can formulate a geometrical background structure of space-time, you have also the possibility for curvature in general theory of relativity. Yes. Я не помню, сказал, стоит эффект общей теории относительности, потому что вот эти конструкции многомерные, их можно деформировать так, что получается кривизна пространства времени. Okay.
I can explain the quantum paradox of, for example, in this ETR experiment. If two light quanta, which have such a structure, according to this model, here and left light quanta, Это вот верхний кубик, вот это, конструкция фотона. А там на втором вот это объяснение парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена. Значит, два фотона разлетаются, вот эти два фотона на этих рисунках, эти вот по четыре субчастицы вот эти вот разлетаются в разные стороны, это два фотона. Так что в системе центра масс система остается покоиться, v равно нулю. А разлетающиеся фотоны образуют с собой единую систему со скоростью корреляции стремящейся бесконечности. Мы это коррелируем между собой. Именно потому, что произведение вот этих двух скоростей, вот это вот, это в пределе. Это как раз квадрат скорости света. Another point is that at the microscopic level, the orbitals, which usually are understood as mathematical constructions, the electric, the 1s, 2s, 2p orbital in the hydrogen atom, are usually understood as mathematical constructions for the calculation of the distribution of the electron, but they do not exist in reality. It's only a mathematical construction. Когда мы говорим о орбиталях внутри атома, мы воспринимаем это как математическую конструкцию, а не реально существующую какую-то сущность. At this point of particle view, the orbitals are standing waves of subtle matter background structure of the normal particles, and they exist in reality. В нашей картине вот эти орбитали, они выстроены из тонкой материи, то есть имеют реальное физическое существование. So if you have an electronic transition from here to here, you have also a subtle matter transition from here to here. You have an emission of an electromagnetic form of radiation, and in parallel you have a subtle matter form of radiation in addition. И вот эти тонкоматериальные оболочки, которые играют роль как бы пилотной волны, то есть самой настоящей роль пилотной волны, при переходе с возбужденных уровней на основной, что, как известно, сопровождается электромагнитной радиацией, то тонкоматерия тоже также переходит с верхнего уровня на нижний, и это сопровождается такой специфической радиацией тоже. This can easily explain the effect of electrosmog, as it is called. For example, in the neighborhood of nuclear power stations. Это объясняет эффект так называемого электросмога, то есть такого непонятного излучения, которое физически никак не регистрируется, но отражает совершенно определенным образом через заболевания, особенности действия детской лейкемии, 100% увеличение вблизи атомных электростанций. It has been found in the last few years in Great Britain and in Germany that the rate of leukemia of children, that this is cancer in blood, increases by 100% in the neighborhood of at a distance of about 5 kilometers from a power station. То есть в последние годы в Германии и в Англии было найдено, что вокруг всех атомных электростанций на сотни процентов возрастает заболеваемость детской лейкемии на расстоянии с радиусом около 5 километров от атомной электростанции. But you do not find any increase of radioactive activity outside of a power station. При этом совершенно не находится
повышенного фона радиации вне радиостанции, вне электростанции. Therefore, our Minister of Energy during this time and environment said it cannot be that in the neighborhood of nuclear power stations we had such dramatic effect. It just cannot be. То есть службы по контролю окружающей среды говорят, что такое просто не может быть, а все соседи, которые живут возле электростанции, очень переживают по этому поводу. Therefore, this study was repeated again. Эти исследования сейчас повторяются снова. And the result confirmed the first result. And the result of the second study confirmed the result of the first study. Ну, в общем, стадии этих исследований конфронтируют друг с другом. I just wanted to say that this study was done in repetition and was is really confirming that children in the neighborhood of power stations have 100% increased rate of cancer. Ну, насколько известно, сейчас последние исследования вновь подтвердили вот это 100% возрастание вероятности заболевания раком. And this form of radiation, which comes out from the nuclear reactor, penetrates also concrete and other walls. Ну, речь идет именно об интерпретации, то что излучение вот этого до сих пор неизвестно, только полевой радиации при переходе в основное состояние. But it is absorbed at the face borders of growing cells of young children. И это в особенности, это топ-материальная радиация, поглощается фазовыми границами клеточных мембран, в особенности у молодых организмов. So we could predict that you could make sprouting seed experiments dependent on the distance to the reactor over some kilometers. Мы можем предсказать изменение этого эффекта с расстоянием до что оно будет длиться до 10 километров. And you should find similar effects like we found with the children. That means in the direct environment the sprouting seed should be more damaged. То есть это можно предсказать, что такой эффект есть и для тех электростанций, где специальное исследование не проводилось. But this is not in the range of my research possibilities. Ну это вот как раз не входит непосредственно в круг исследования. Okay. Now we come to the macroscopic level. You know, every biological system has face borders about face borders because it has cells and cells and cells with face borders in the whole body. Your body is existing out of billions of face borders. Значит, помимо нашего тела, это сейчас речь идет о макроскопическом уровне. Это уровень человека, и можно сказать, что человек есть, не укладывается в те рамки, которые мы непосредственно видим. That means we are carrying such a field of subtle matter around our body with a very far extension. То есть далеко за пределы человека, ну не только человека, там животного, растения, каждой клетки, даже неживых существ, простирается еще такое материальное тело. But also every DNA and every individual cell and every organ and every tissue has in itself standing waves of subtle matter as a field. То есть каждая молекула ДНК шлёт такие волны, то толком материальные в окружающем пространстве. And these fields are not linear fields, as indicated here in straight lines. In principle, these are non-linear fields. I should have made some kind of curve, but non-linear fields are very hard to sketch. То есть тело простирается, но его достаточно трудно очертить, форму такую провести, это трудная задача. You see, such fields are not only with human beings connected, but with every living being, plant, animal, or human being.
Ну, это касается не только человека, такое же, только полевое. Тело имеется и у животных, растений и так далее. And even minerals and metals have such fields which I could show experimentally. Даже минералы и кусочки металла, как было подтверждено экспериментами, собственными экспериментами, обладают вот такими телами. You know from nonlinear systems, as a Mandelbrot set, that the complete structure of the Mandelbrot set repeats at the face order in more if you go down in scaling down. Ну и тут имеется скейлинг-эффект, то есть такая фрактальная структура этих тел. Если начинать изучать, то получается раз и пошла, повторяется одно и то же. Should be found again and again at various positions of this body surface. Ну и качество здоровья зависит от переходов между грубым и материальным телом. Therefore, it is no wonder that some people are specialized to find your state of health from the structure of your iris. The same structure comes back on your nose. You find the root structure of your health systems of your health, which is stored in this field, on the iris. То есть мы накапливаем информацию в глазах. On the nose. Понятно. Here. You find it on the tongue. You find it on the teeth. Да, мы эта информация да, складывается везде, в глазах, в носе, в зубах и так далее. You find it on the palms, you find it on the foot, and you find it on the total surface as a meridian point from the Chinese acupuncture. То есть следы этой фундаментальной информации можно найти по всему телу. And you could use this information for diagnosis and therapy. И мы могли бы использовать эту информацию для диагнозов и терапии. And you could make a lot of experiments with the interaction of these fields, for example, with lasers, which has been done in Russia to a very great extent. Ну вот как раз с такими излучениями высокоизвестно провели из России. Ленка. You see, if such a system dies, if such a system is a person dies, then this external field decouples from the cross-body. If a person dies, then according to this understanding, this external field is emitted, so to say, from the cross-body, and they are no longer together, so to say. Да, то есть, the separation. С этой точки зрения, возможно, так сказать, разделение грубого и тонкого тела. But because this field has mass content and energy constant, но, тем не менее, тонкое тело имеет реальное содержание массы и энергии. In the moment of death, you should be able to weigh mass differences. Значит, и критическим то является то, что мы оказываемся способными измерить реальное содержание массы этого тонкого тела. So I took a leaf of lilac, the rose is beautiful flower, is a beautiful smell. And put this leaf of lilac into a glass ampoule, which I closed gas tight. Эксперимент с умиранием листа сирени, прекрасного, хорошо пахнущего листа сирени в непроницаемом для газа газовой ампулой, ну эксперимент с преизмерением веса по сравнению с пустой ампулой, также герметически закрытой. If you do something like this, then due to the lack of water and oxygen, the leaf will die after some 10 hours. 10 hours. About after some hours, the leaf has no longer water and oxygen to continue living. Ну, в зависимости от содержания воды и кислорода, так сказать, ну лист может прожить там порядка 10 часов. You see,
when I put the leaf of lilac into the glass and pull, I got a perfect baseline for very long times. But after 14 hours, or almost 15 hours, I got a mass chunk. То есть после закрытия вот в эту ампулу лист долгое время спокойно себе жил и вес его не менялся. Вот. И только спустя достаточно много времени, несколько часов, стало происходить убирание, сопровождаемое резким ступенчатым изменением веса. Лист сорвали с дерева, селили, да? Да, да. Поместили в комнату. Совершенно верно. Некоторое время он там жил, а потом внезапно вот этого стало происходить. Увеличился. Увеличился. Он положительный. The positive change. In this time the mass increased because the field of the lilac was a field of of a positive life sign with a necantropical sign. If this jumps down, the mass of the rest becomes heavier. То есть это интерпретируется так, что, так сказать, живое существо, оно было связано с негантропийной, отрицательной тонкой материей. Когда оно ее покинуло, то вес увеличился. If you take a normal human being who has tuberculosis and has no chance because you would have no antibioticum, then the dominant field of this person has a positive sign. It's a positive sign in your body, you have no chance to survive, you have no neck entropic support. Если именно так, потому что наша негантропийная поддержка, она связана именно с отрицательной материальной массой, так сказать. Обратного знака произойти просто не может. Such experiments have been done in Boston in a clinic in 1920s, where people had tuberculosis and no antibiotics were available during this time. And in this case, this kind of experiment, or no, this same kind of experiment with persons have been done in 1920 in a clinic in Boston, Massachusetts, with persons who had agreed to do the experiments, and in this case, the persons had tuberculosis, and in this case, the body field was high entropic, and you had no chance but die. And then you get a weight loss. Yes. Подобные эксперименты проводились в 20-х годах с людьми, но они не умирали, конечно, а страдали различными заболеваниями. И вот в добровольцах это проводилось. Но вот там как раз наблюдалось увеличение веса. То есть наоборот уменьшение. Какое явление, по темному миру, подтверждает вот этот лист, зерна, речь не о том, что существует два вида тонкой материи с положительным отрицательным знаком. Вот непонятно все-таки. Вот он, я пытаюсь только передать. Значит, то есть, каким образом он доказывает с помощью его места сирени и зерен, что это новый вид неизвестной материи. Вот этот вопрос сейчас. Да. Это в конце будет. So what does this mean? It means that because it's time, you have a separation of the subtle matter field from the corresponding cis lies on the ground, and this is called that, but cis system. Ну, на макроскопическом уровне это представляется тёрло, что человек, как бы, путешествует из жизни к смерти между различными мирами тонкой, грубой тонкой материи, то когда он умирает, умирает только его грубое тело, то, что зачёрнуто, а тонкоматериальное тело остаётся. All the information which you have gathered in a lifetime, and maybe even in former lifetimes, is stored. You continue with all the information of your existence.
То есть и с этим телом сохраняется накопленная в течение жизни информация. And after some further evolution, such a system could look for a wife, his husband, if it works fine. Ну, ему может перейти обратно, замкнуться и другой феномен. On the other hand, while you are living here, you are existing in this field in other dimensions at the same time. Но это не так просто. Надо понимать, что вот это вот связано с появлением 12-мерного пространства. То есть тело же на самом деле живет не в четырехмерном мире, как вам кажется, а в 12-мерном пространстве. То есть наше грубое тело живет в трехмерном пространстве нашей Вселенной и вынужден сталкиваться с такими пространственными качествами и вокруг себя видит объекты. So while we have to look for space qualities with our cross body, our subtle body passes through other dimensions of subtle dimensions where information is stored, which can generate so-called qualities and time effects. В то время как наше невидимое тело сталкивается с временными сущностями в этих наложенных пространствах, в двух параллельных вселенных, то есть имеет дело с временными эффектами. This means that space and time are dependent on gross level and subtle levels, which are superimposed in our existence. Вот эти временные и пространственные, как сказать, жизни и поведения, они наложены в нашем теле. I mean, I know that you are experts in time research, and maybe you are happy about such an explanation, but I do not know. Возможно, это имеет другие объяснения, но я не могу их предложить. Whereas the visible cross component always follows Einstein, the subtle matter background component always goes superluminal through the whole universe. То есть на обычной диаграмме Минковского мы имеем вот пространственную временную область, где могут быть сверхсветовые скорости. This place for supplement by matter. Here in this light cone is our future, here is our presence, and here is our past. And in the present Minkowski diagram of special theory of relativity, only this cone and this cone is relevant. Ну, то есть все выглядит как обычно, только имеются три ортогональных временные оси. Соответственно, сектора пространственно-подобные, время-подобные, ну и световые конусы. In this understanding, these two light cones are now filled with subtle matter, so to say. Вот эти пространственно-подобные конусы, пространственно-подобные, как раз там живет тонкая материя. At this level, where we normally live in the waking state, everything seems to be separated from another object. I'm separated from you, I'm separated from everything, I'm just alone here in the universe which is separated from me. То есть то, что нам кажется разделенным, оно вот тогда получается так вместе с всей Вселенной. But at this level of my subtle body, I'm superluminally connected with everything in the universe. I'm just one wholeness. But I do not experience it in the waking state.
То есть вот за счет того, что в пространственно подобных секторах существует тонкая материя, имеется возможность сверхсветовой связи со всей полной Вселенной. Okay. Maybe you show a picture, this specification of three special relativities, usual relativity and two kinds of new special relativity. This negative mass. I have not prepared something like this, but I have written a book about this, and from this form of, this was now an effect on the cross level, on the macroscopic level. If we go back to the microscopic level, this form of particles you have here special geometrical background structures which follow also platonic bodies. Platonic bodies become very important. The most regular the thing is, the better the stability is, and the only stable geometry which comes out is the octahedron, and the electron is a vortex. All the other particles are unstable. Значит, возвращаясь к этим структурам, что вот эти тонкоматериальные структуры конструируются как платоновские тела, и именно эти платоновские тела соответствуют устойчивым долгоживущим формам частиц. Каждая толстая линия соответствует вихрю вращения. In such a system, the positive and the negative signs of the quanta eliminate each other, and the total subtle matter mass comes out to zero. It's just as not existent. То есть частицы с положительного отрицательного знака исключают друг друга. В каждой из этих тонких структур там полный спин, полный заряд. Он не равен нулю. Вот. Только вот эти объединенные тела, они это не модель самой частицы, это ее подстилающая структура. Это то, что лежит в восьмимерном пространстве. А в четырехмерном получается структура. Всего 12 измерений. You can get the equations of special theory of relativity, you can get the equations of general relativity, you can get the equations of quantum mechanics in one mathematical stroke. Ну, на одной математической основе можно получить специальную общую теорию относительности и квантовую механику для вот этой тонкой материи. На той же самой математической основе. I am not a theoretical physicist, but as far as I know, even in string theory, the most modern physical approach for the describing of elementary particles, it was not possible to have a common deduction of quantum mechanics and special relativity for a common basis. Ну, в современной физике даже в рамках теории струн никак не удается на общую основу свести квантовую механику и теорию относительности. In this case, this approach leads with a mathematics which is understandable from high school pupil easily in one stroke it falls to your lap. Ну, на вот таком языке там возможно достаточно простое понимание единства квантовой механики и теории относительности. Okay, I could say much more about this, but it takes so much time. Now, another very interesting experiment. So, you see, Platon and Epicurus have predicted 2,000 years ago, 2,500 years ago, that we emanate from our eye a beam of light. And so I asked, oh, please. Через эксперимент еще Платон и Эпикур предсказали, ну, думали о том, что существуют некие
лучи света, исходящие из глаз. So I asked a friend of mine who has very strong healing abilities. Ну и я пригласил своего друга, который обладает большими способностями хилера. I had a special detector, it's a balance, it's a two-band balance, which produced a perfect baseline. Значит, образцы были поставлены на те же самые весы, которые, про которых говорилось. Понятно, да? В этот момент его друг устремил взгляд на одну из чаш весов. Ну, без всякого механического контакта с ними. Вес увеличился. Mm-hmm. After about 90 seconds, he said, "Okay, now it's okay. I stop. It's too. I have no longer interest. But you have seen that the change. You have first a negative change. The moment when you focus on the balance, mm-hmm. you get a negative change of the sound, and then it starts to increase. And when it finishes, you get a new plateau." Ну, важно, что вначале вот это было маленькое отрицательное изменение, которое увидели в то время, когда фокусировалось внимание. А дальше пошло такое большое увеличение вес. That means I could really measure, detect the position of plateau. We seem to send something out from our eye, which must be reflected. Ну, то есть это вот напрямую можно интерпретировать, как платоновские лучи, исходящие из глаз, обладают такой осязаемым весом. And many of you have the experience that you are sitting in a cafe or were walking at the street, and you had the feeling someone is looking at me, and you turned your head and watched for a second in the eyes of someone who was focusing from behind on your person, and then you saw him or her, and again. Heaviside. Ну, каждый из вас, видимо, имел такой опыт, когда ощущал на себе вес взгляда, то вы искали, кто это на вас так смотрит. Доктор Файканов почувствовал мой взгляд. У меня предложение, 10 минут перерыв, потом подумаем. Давайте 10 минут. Походим, погреемся. Коллеги, присаживайтесь, пожалуйста. Советуемся. 22 варианта. Один вариант – начать задавать вопросы. Второй вариант – предложить доктору Валькамеру просто продолжить монолог. Какие есть мнения? Вопросы, да. Ну что, вопросы? Сам квест. А как закончить это? На несколько часов. Так, ну хорошо, давайте задаем вопрос, а если останется время, мы продолжим диалог. Так, а есть ли, собственно, вопросы? У кого есть вопросы? Можно ли? Есть вопросы.
Можно спросить? Ну, я думаю, вопрос надо по-русски задавать, чтобы один централизованно переводили. Я не буду пытаться изобретать. Сейчас, минуточку, уже вопрос. Подождите, секундочек. Сейчас мы скажем. Я беседу. Просто попробую. Значит, вначале по-русски, ну и все будут задавать. Я буду пытаться, ну, в общем, переводить. Да. Нет, ну, впрочем, если кто-то хочет задавать на немецком языке или на английском, ради бога, но после этого переводите все-таки на русский. Ну, я по-русски без выпендрёжа. Ну, да. Скажите, пожалуйста, если это не секрет, все-таки внутри вот этих углерод, этих колб, тестовых колб с серебром, которые меняли вес, углерода не было совсем? A question about the flasks with the silver. Was any carbon inside? Carbons, molecules of carbons inside or not? А почему серебро, в смысле углерод, вас интересует? Ну, вообще, это долго объяснять, я могу потом объяснить, почему меня интересует углерод, но меня интересует, был ли там внутри углерод или нет. Не другие элементы, а именно углерод. There are two different experiments. Два различных эксперимента. In this experiment here, just silver and a little bit of water, no carbon. Только серебро. But here, of course, carbon, because you have seeds. No. And here, just because of this, I asked you about carbon. Yeah, here you have no carbon at all. Only silver. You could только серебро. Instead of. Ну а про семена это уже другой эксперимент. Instead of separating silver, you also can separate the crystalline components. For example, if you mix a water solution of barium chloride in water, aqueous, plus sodium sulfate, aqueous, in the system, you get a precipitation of barium sulfate and sodium chloride. This is dissolved and this is separation. Due to the internal lattice structure of barium plus 2 and SO4, 2 times minus, you again get absorption. So even in lattice of minerals, where you have a three-dimensional lattice of ions, you have internal phase borders. And these phase borders, you again can absorb substances. And you can choose hundreds of possibilities to separate something like this. So you can separate silver, you can separate gold, you can separate platinum, you can separate neon, you can separate any kind of metal. So the moment you generate a phase border, you get the effect. And you can just take a strip of aluminum. And this was the first experiment which I did in this size. So what does it about this? And the second one, and in between you take a polyethylene foil and you roll this to a cylinder, something like this, where you have here inside sequence of aluminium, polyethylene, aluminium, and again polyethylene. Then you raise this in comparison to something which you have folded in zigzag. This has a different form, but has the same materials, like this, and you again get it. Right. It just needs the formulation as a generation of phase borders with a special geometry that gets the effect. One question about the conditions of experiment. Ну, вопрос об условиях эксперимента. Have you a vacuum in your chamber or experimental chamber? Был ли вакуум в эксперименте? Because, one moment, the particle of the dust, the weight of the particle of the dust, вес полевой частицы, maybe
near of of the order of micrograms. Ну, вес полевой частицы может быть порядка микрограмма. Even so, it is not likely that you come into, if you have a system, a closed system, then I want to. Ну, если мы имеем вот замкнутую систему. It's okay, right here? Sketch here? Yes. Okay. So, I have a system which is about, no, a little bit bigger. And this is fixed to the wall. Съемка. And inside you have air, and you have two samples. Ну, здесь воздух. And it is very unlikely that in one sample you have a deposit in the range of 1,000 microgram, and here you have 0 microgram. This is for statistical reasons very, very unlikely. If you have here some deposits, and you have here a homogeneous distribution of dust, you should have here dust in the same order of magnitude as here. But independent of this, I have also done a few experiments in Beijing, and they have shown the same effect. Ну, он объясняет тем, что если вот две вот эти колбы, и на одно вот воздействие там порядка 1000 микрограмм, на другую 0 микрограмм, то статистически это очень маловероятно, что это какие-то вот такие случайные эффекты, ну, были повторены эксперименты. Вопросы, пожалуйста. Колба, она имеет объем порядка литра. Она The flask has a volume of the order one cubic decimeter. And изменение давления в колбе может привести к ее изменению объема. Changing of the pressure in this flask can lead to change of the volume. Изменение, поскольку весы были очень точные, порядка 1 микрограмма. Due to the accuracy of these Sartorius balances, very accurate, of the order 1 microgram. Изменение объема на 10 минус 6 уже будет фиксироваться. The change of the volume of the order of 10 minus 6 can be fixed by this balance. Therefore, химические процессы, приводящие внутри колбы к изменению давления, должны повлиять на ее всплывание или опускание. Chemical process in the flask can lead to the buoyancy effects. A second glass, and here I had acid, and here I had кислота серная. Such one carbonate dissolved, and then I mixed this. While this was closed, когда было закрыто, CO2 up to a pressure of 3 bar gauge inside. If I went to 5 bar, it exploded. No, no one was hurt, but you had an explosion. But up to 3 bar gauge internal pressure, you did not find change of the volume. So we tested this. We tested all possibilities. We took into such flasks electromagnetic devices with a battery and discharged them to look for electromagnetic things which could happen. Magnetic things, electromagnetic things. This effect, which I describe here, was not discovered in principle by me, but it was firstly described from a professor. Landolt, a Switzer, a
professor from Switzerland. Professor who taught physical chemistry at the university in Berlin, and he studied such effects from 1890 to 1910. And he reported 14 chemical reactions which he studied for the constancy of mass. Отмечал такие эффекты, которые видели. Eventually operated balances. This is the frequency of plus minus 13 microgram. And these are the famous experiments where everyone says. Это известные эксперименты. Lambert and Fs have proven the constancy of mass in chemical reactions. Становится масса, вот, химические реакции. Did every textbook of inorganic chemistry exist in the first 20 one of the pages from 120? Because the constancy of mass depends stoichiometry in chemistry. But Langlois has found in 14 chemical reactions, 7 or so, where the constancy of mass resisted corrosion was not constant. Обнаружил, что в ряде реакций нет постоянства. I've collected, I did not know about Lambert, but I have sent one of my results to the National Bureau of Standards in Washington. We also have a National Bureau of Standards in Moscow, which is responsible for the weighing equipment and for the calibration in your country. Germany has a National Bureau of Standards. Every modern country has a National Bureau of Standards. And I was, during this time, in the United States, and I had collected some results, and so I sent it to the National Bureau of Standards in Washington. And they told me, we have no time to look for your things, but why do you not look for Mr. Lambert? Mr. Lambert has done similar things, and he has used even the internal silver plating in his 14 chemical reactions. And Mr. Lambert had reported deviation in his silver plating, internally silver plating reactions of plus minus 200 microgram. The same order of magnitude as I found. Доктор Фолькамер обратился в бюро стандартов в Вашингтоне, и ну, ему сказали, что вот этот профессор уже исследовал эти химические реакции, вот, которые давали в отдельных случаях вот, увеличение веса. It was repeated 4 times in the literature, from a British researcher, from a US researcher, and from a Switzerland researcher, especially the silver plating stuff, and they all could reproduce Lambert with these anomalies. So it has been reproduced in literature several times, but not with balances, with an accuracy of plus minus 1 microgram, and this data recording in the range of one measurement per few seconds, and this over weeks. Вот такого из воспроизводимости вот, плюс-минус микрограмма не было. Because to do this over weeks with this accuracy, you need this kind of equipment, you need computers, and how long do we have computers which has 1 gigabyte capacity for data storage? 10 years. You have, during this kind of balances are available in modern times since 20 years. And data recording on the computer, 10 years. Software for the graphic display of the results, 10, 15 years. All this can also be only done. This sequence of measurements, you only can get if you have seen these three conditions, the computers, the balances, and the software to evaluate. And also this one, all this was available. Ну, такие эксперименты возможны, если вот три условия есть. Весы, компьютер, вот, и софтвер. То есть то, чего не было
Конечно. And then in the 20s of the last century, again Sartorius constructed a balance which was 100% diamagnetic, so that you could put a strong magnet below the balance, and the balance did not react at all. And a diploma was done from a German student with this special balance to look whether these effects which were, have been reported by Humboldt had anything to do with magnetism, and he did not find any interaction. Ну, влияние магнетизма, диамагнетической были там поверхности. Вот студент доктора Фанкамера это исследовал. Это еще один фактор, который подтверждает, по-видимому. So I've really done a lot of artifact research with all such things. And I could not, I have in my book, which I have written, a few pages where I calculate for all these possibilities the maximum deviations of delta M max for anything which you would like, temperature, moisture, separation, dust separation, internal pressure increase. Он исследовал в своей книге влияние возможных факторов на изменение массы. All these effects are in the order of magnitude of less than 1 to 2. Они меньше, чем 1-2 микрограмма. Мы видим реальные вот скачки. There's no chance for any smooth explanation of the story. You must have absorption of something and emission of something. Он трактует это как реальную вот абсорбцию или эмиссию. Да, вопрос. На каком основании определен размер частиц тонкой материи, макроразмер? 2 сантиметра было сказано, еще что-то в таком духе. The question concerning the sizes of this subtle matter, on which basis? Yes. Yes, I have very firm. What are the sizes of this? If I do this with samples which have already absorbed the field, and the second sample here which has also absorbed the field, and I place these two things together from a distance of 50 centimeter, I find something like this. At a distance of 50 centimeter, you have no effect. You have no effect. Ну, то есть, можно понять, когда на расстоянии 15 сантиметров, то эффекта... From 15 centimeter to about 0.5 centimeter below here, I find something like this. And this is because I can go back, forth... То есть, меняет расстояние между стенками и сосудом. И когда 15 сантиметров, то... Влияния нет, а когда сближаются, то влияние вот это на изменение массы усиливается. Ну, вот эти факторы электрического поля исключены. Электромагнитного поля исключены.
Как считает доктор Фальканов? This effect of two metal sinks has big significance in the determination of the newest constant of gravity. I have reported about this at the University of California in Los Angeles 2 years ago at an international meeting in front of astrophysical specialists who are guiding the Space Hubble telescope. So really very special people in the world. Доктор Фальканер докладывал вот в Америке о изменении, возможном изменении константы гравитационного взаимодействия. Because the occurrence of this constant is by a factor of 1000 larger than the uncertainty, for example, of mass constant or the uncertainty of the electrical charge. Это точность этого определения гравитационной константы в 1000 раз больше, ну, вернее, меньше, так сказать. То есть изменение вот этой гравитационной величины, оно в 1000 раз больше, чем вот точность определения, например, константы Планка, планковской постоянной. Определение этой константы, конечно, важно в космологических проблемах. At one famous institute in Washington, for example, it's a pity I do not have the figure, which I could have shown you in detail. They construct very complex apparatus where internally masses are rotating in a special symmetric array. And here they have very sophisticated equipment to determine the velocity of the rotation of the masses. Многие, ну, ученые вот из Японии, из других стран, не знаю, как в России, но в России такие тоже проводятся эксперименты, пытаются вот улучшить точность определения гравитационной константы путем вот вращающихся масс. Ну, находящихся под воздействием гравитационного. Очень сложный эксперимент. Ну, определение гравитационной константы в экспериментах. But another experiment in Chipman found another value here with a very narrow range, and between this you have a factor of 1000. Well, the point is, новый эксперимент, и, конечно, от тысячи к единице, это очень важно. These metal samples you have absorbed in unknown supplemental fields, which give additional forces in the Newton's law. So you must extend Newton's law from Ну, вот он добавляет к обычному вот гравитационному взаимодействию вот взаимодействие своих дополнительных членов. And this is not only for mass 1, but for mass V equals 1 to X. And then you have the same thing as a second term, field 1 times field 2. And this again is dependent. And you have, and if these terms are not known, and you use only this term for the evaluation,
This is interaction between your factors with subtle matter. Ну, в частности, здесь это вот взаимодействие вот этих тонкой вот этой субматерии. И за счет этого добавляются еще члены к обычному гравитационному взаимодействию. Один член – это тонкая материя с грубой, а следующий член – тонкая материя. Тонкий с собой, да. То есть тут появляются дополнительные члены. Так называемая пятая сила, о которой говорили 20, ну и там 15 лет назад. Ну, где-то фиксировали, где-то не могли воспроизвести эти эксперименты с пятой силой. If they are in nature, if you make many experiments, 3,000 feet down in the ground, you get effects again from the moon, and they even become not only art-dependent, but time-dependent. That means if you are doing such fifth physics experiment now, you can get different results if you do it a little bit later. And if you do it not at a special place, but at another place, здесь нет, вот по мнению доктора Фалькамера, проблем вот с объяснением пятой силы, потому что появляются дополнительные члены, ну, где обычная материя взаимодействует с субматерией, причем она зависит от, там, вот, от времени, от положения, поэтому в отдельный момент эта пятая сила, то, что трактуется как пятая сила, может фиксироваться, в другие нет. В современной физике вот проблема индукционизма. The professor certainly will say, please start again. It just cannot be. And he is right on the cross matter of level. But if sudden matter fields come into interaction, also reductionism is strong. You have no longer reductionism. Ну, то есть то, что вот вне зависимости от времени, пространства и вот ну, положения Луны. То, чего добивались сейчас, это, в общем-то, по-другому. Сейчас наблюдается результат, который зависит от времени, пространства, положения Луны, и наблюдается нарушение закона сохранения массы, ну и так далее, то, о чем мы говорили. Это обычная, нормальная физика, а это вот суб. Ну, некоторые дополнительности находятся. Это новое. Здесь нет законов сохранения, например. This is a kind of challenge for science. Это вызов для науки. That you here give me a chance to speak in such an audience by invitation of Professor Lilich on such a very challenging topic. I never was invited, I was only invited to Jukla. But I made a mistake in my life. One,
I got an invitation from NASA. Я получил приглашение из НАСА. But I did not accept it. I could be today in Houston, earn a lot of money and be a NASA researcher. Я отказался. And from this time on, it became very hard to get invitations to American universities for presenting this. Maybe it's not so interesting to go in this kind of politics, but this is the reality also in science. Я хотел заложить их в университет и отказался от больших предложений у вас. It's not so easy. Any questions? Please. Вопрос касается эффекта форм. Сталкивались ли вы в своих экспериментах с влиянием геометрической формы? About a question devoted to the effect of form. Did you observe in your experiments the influence of the form of you? Of course. It was the geometry of this object. Yes, of course. Yeah. You see, to look for the form, I made following experiments. In one case, I just superpolated the inside. In this experiment you have seen, it took a few days until you get a result. You have a perfect baseline for 3 to 4 days, and nothing happens. And what scientist in the world will make a baseline to check his instrument for about 3 days? Usually you do this in 10 minutes. You get this, you get with just an internal simulated flux. Then I did the next experiment. I took the measure, the same size of a flux, and put in here inside 200 microgram of diamond powder from a friend who does something like this. Powder. Алмазная пыль была добавлена сюда. Весом 200 микрограмм. Micrometer sizes. Very fine powder. So you completely change the internal surface here. Here you have only a macroscopic surface, and here with this additional diamond powder down to micrometer sizes, you have many, many particles. Many particles here with distribution. Алмазная пудра. And of course, if you simulate this, also this diamond powder is up here. You get a lot of forms. Sorry that I do not have the figure with me when you find this in my publication. In this case, you have to wait for 3 or 4 days. In this case, it goes like this. В этом случае, в отличие от того, что показано на картинке. It takes a few moments and then you get absorptions like this. В некоторые моменты происходило вот такое. You have almost no time delay and you have very strong absorptions. That's why I asked about carbon inside. No carbon, only silver. Diamond. You're good. Diamond. You could also use smart or quartz or whatever. You could go from diamond to other things. The point is you need a powder with a very melted, very distribution of things around very small. The thing is you need another internal surface until you get a completely different spectrum. This is a very strong indication that you really find form-dependent influences. Ну, то есть это вот ответ на ваш вопрос, то есть форма влияет. Okay. Please. As I understand, the weight of this, the mass of this subtle particle, quanta, has a weight of the order of microgram. Yes? Ну, 20 microgram. Темная материя состоит из таких вот частиц. Что вы спрашиваете? Темная материя. Можно ли поверить? Материя Вселенной.
состоит из частиц вот этой вот тонкой материи. Это вопрос, да? Нет, это я пока констатирую. Так, and the dark matter consists of the such quanta of subtle matter, yes? Yeah. Известно, что частицы темной материи имеют скорость порядка сотен километров в секунду. Это вы Это я пока констатирую. Это вы обсуждаете это или вообще как известный факт? Я сейчас задам вопрос. Сейчас. Вы... Это известный факт. Значит... The well-known fact is that the velocity of the dark matter is near... Hundred kilometers per second. And the question is... Вопрос состоит в том, значит, вот если такая частица попадет в сосуд массой, ну, порядка сотен грамм, то она передаст импульс, достаточный для того, чтобы передать скорость порядка, ну, по крайней мере, нескольких сантиметров в секунду. И вызовет довольно большие термические эффекты. Вот, насколько я понял, ничего подобного не наблюдалось. И именно вот на этой основе вы говорите, что не соблюдается закон сохранения импульса и энергии. The question is about the dark matter. If the particle of dark matter will go into this your flask with a very high velocity, then the, for example, temperature will increase. But in your experiments, this effects were not observed. That's a very good question. It was already asked from Planck, I believe, that something like this can happen. But according to the theory which I have worked out, we have the following velocity distribution. In free state of the dark matter, распределение скоростей, да. You have this range of distribution between velocity, light velocity and infinity, but in the case of absorption, в случае абсорбции, you have something like this. Мы имеем вот такое распределение, от нуля до... If it is absorbed, the system's energy is not converted on the detector, but remains in a rotating state. The feed rotates with very high velocity without exchange of momentum. Мы имеем вот, например, вращение частиц темной материи. Вращение. So we have absorption and rotation, and this comes out from my small theory which I have made. I'm not a theoretical physicist. And this thing that it rotates can especially be found in human beings, because if you have this absorbed field in human beings, если на живое, на человеческое существо посмотрим, people who are sensitive enough to detect subtle matter, человек, который достаточно чувствительный, чтобы почувствовать этот материал, вращающийся вокруг него. And this fits quite well to this simple theory. So it is not a transfer of momentum because you have no point-like particle. Increase of temperature always means you have a point-like particle which from another point-like particle experiences a scattering effect. But if you have a field-like particle which is absorbed here, you have no scattering effect, but the particle which is absorbed is just rotating about this. You have no scattering. Ну, то есть тут растение, тут вращение как бы происходит частиц. То есть нет вот этого эффекта. What about momentum? What about momentum? Momentum. That's a good idea.
what I was looking for, but what I have not yet checked so far is вопрос об импульсе. Balances costs about $100,000 each, which I never had to buy it. So the company just gave it to me and I have to buy it without paying anything. And I never wanted to get it back. As long as I do not do this, I have some. Okay. Let's continue. But it's, I understand your physical questions. I could try to give answers, but even more interesting are the next things which are coming out in the physiological state. Because after my friend had done this experiment with me, I looked for the microbiology of a nerve cell in our eye. Because на ваш интересный физический вопрос, я физиологический, вот на него некоторый ответ. If we should emit along the axis of our eye quanta of some matter, we need here something where they can be emitted. And what you see in the eye, in every nerve cell of the eye, we have such a bundle which is called cilia, is a very geometrical construction. This is a cross section of this, very long, and no microbiologist has an idea why every animal and every human being has something like this in his eye. And this is exactly what we need for the absorption of such quanta, and perpendicular to this, as so-called cilia, we have some other association, I forgot the name, which is again very geometrically constructed out of pipes, which is permanently automatic, and by the vibration change, this can be vibrated, and then it starts to emit along the pipe quanta of. So once we start to see, this process starts to emit along the axis of the pipe. Ну, во всяком случае, вот воспринимающий вот свет системе зрительной, там имеется, вот по мнению доктора Фолькамера, ну вот, замечательные такие структуры для детекции или эмиссии, ну, вот этой субматерии. Дорогие коллеги, мы уже должны закончить, время 9 часов, факультет закрывается, и то, что вы не успели задать все вопросы, вы не успели все выслушать, чтобы мог сказать доктор Фолькамер, мы не смогли участвовать в обсуждении. Поэтому все, что вам остается, попросить доктора Фолькамера еще раз. Questions will be given to you and next your lecture. Сейчас давайте поблагодарим.